ООН призывает усилить меры по защите гражданского населения в ходе боевых действий и обеспечить прозрачность поставок оружия. Франция пережила третью ночь беспорядков. Напряженность сохраняется. Один человек погиб, сотни арестованы. Инфляция в еврозоне продолжает снижаться, но это не остановит дальнейшее повышение процентных ставок, говорится в отчете Евростата. Президент США Джо Байден выступил против решения Верховного суда об отмене программы приема студентов в вузы с учетом расовой принадлежности. Транспорт, бытовая деятельность и сельское хозяйство – основные причины смертности от загрязнения воздуха в европейских городах, сообщает Институт глобального здоровья. С начала полномасштабного российского вторжения в Украину ООН зарегистрировала свыше 9 тысяч убитых и около 16 тысяч раненых среди гражданского населения. Но фактические цифры, скорее всего, значительно выше. Об этом говорилось на заседании Совбеза ООН, собравшегося по требованию России. The vast majority of civilian casualties are a result of the use of explosive weapons with wide area effects. The missile attack in central Kramatorsk on 27th of June, which killed 12 people, is a case in point. The Secretary General has unequivocally urged all sides to avoid the use of explosive weapons in populated areas, as such use is highly likely to result in indiscriminate harm. Москва отвергает обвинения в ударах по мирному населению и гражданской инфраструктуре. Угрозы, порождаемые поставками западного вооружения на Украину, продолжают нарастать и множиться на фоне непрекращающихся попыток наших бывших партнеров в очередной раз переложить на Россию всю ответственность за происходящее на Украине. В Краматорске после российского ракетного удара объявлен трехдневный траур. В Украине, по данным местных властей, за последние сутки погибли 8 гражданских лиц. Еще 9 человек получили ранения. Напряженность во многих городах Франции сохраняется после третьей ночи беспорядков, вспыхнувших после того, как в пригороде Парижа полицейские застрелили 17-летнего подростка. Один человек погиб. 200 стражей порядка получили ранения. Despite a heavy presence of police across France on Thursday night, this is the scene here in the French capital on Friday morning. This is one of the many shops in this area that has been looted. Some 600 people have been detained across the country. 40,000 police officers had been deployed, but the French government continues to scramble to come up with a response to the escalation in violence. The French president, Emmanuel Macron, is said to be returning early from that EU summit in Brussels. He will hold a crisis meeting this afternoon, and authorities continue to appeal for calm. But those calls have not been heeded by a large part of the population in suburbs who say the killing of Nael, the 17-year-old who was shot by police on Tuesday, just revives, reignites old grievances among a population that says they have been discriminated against for generations. They feel they are the victims of police brutality, police harassment, and that now that they have the country's attention, they will continue taking to the streets to voice their anger, and they say they hope that their anger can be translated into change for future generations. Annelies Borch is in Paris for Euronews. Инфляция в еврозоне продолжает снижаться, но это вряд ли повлияет на цены на продукты питания и товары первой необходимости. По данным Евростата, в июне инфляция в годовом выражении замедлилась до 5,5%. В мае этот показатель составил 6,1%. Тенденция на снижение наблюдается не первый месяц, но цены на товары повседневного спроса в европейских странах остаются высокими в сравнении с другими западными экономиками. Подорожанию способствовали рост затрат на электроэнергию и рабочую силу и, конечно, кризис, связанный с вторжением России в Украину. К беспокойству регуляторов еврозоны базовая инфляция, которая не учитывает цены на продовольствие и топливо, немного выросла с 5,3% до 5,4%. В связи с этим ЕЦБ, вероятно, продолжит повышать процентные ставки, пытаясь достичь целевого уровня инфляции в 2%. Он поднимал ключевую ставку в 8 раз подряд. Побочным эффектом такой политики стало снижение цен на жилье по всей Европе, поскольку желающих взять кредит стало меньше.
Президент США Джо Байден выступил против решения Верховного суда об отмене позитивной дискриминации при поступлении в вузы. Ранее суд постановил, что существующая система квот на прием афроамериканских и латиноамериканских абитуриентов противоречит Конституции и принципу равенства граждан. Байден считает вердикт угрозой социальному балансу. Аналитики считают, что после прошлогодней отмены закона об аборте это может увеличить раскол в американском обществе. Ending racial preferences in college admissions is an outcome that the vast majority of all Americans of all races will celebrate. A university doesn't have real diversity when it simply assembles students who look different but come from similar backgrounds and talk and act and think. Решение осудила вице-президент США Камала Харрис, ставшая первой темнокожей на этом посту. Бывший президент Дональд Трамп приветствовал, цитата, «возвращение к отбору студентов, основанному исключительно на заслугах». Представители 193 стран, входящих в ЮНЕСКО, проголосуют по вопросу о возвращении Соединенных Штатов в состав организации. В 2011 году США прекратили финансировать учреждения ООН по вопросам образования, науки и культуры после того, как палестинской автономии был предоставлен статус постоянного члена. В 2017 году Вашингтон принял окончательное решение покинуть ЮНЕСКО, обвинив организацию в антиизраильской политике. 5 лет спустя администрация Джо Байдена подала заявку на восстановление членства. Транспорт остается основным источником диоксида азота, в то время как жилой и сельскохозяйственные секторы вносят все больше вклад в распространение мелкодисперсных взвешенных частиц. В новом исследовании Барселонского института глобального здоровья анализировалась концентрация двух основных загрязнителей атмосферы в 857 городах континента. Исследователи пришли к выводу, что на долю бытовой деятельности приходится более 22% от общей смертности. Наиболее загрязняющая воздух бытовая деятельность связана с отоплением и использованием кухонных плит, особенно в городах, где чаще всего применяются газ и уголь. За ней следует сельское хозяйство и промышленность. Что касается диоксида азота, образующегося в основном в результате сжигания ископаемого топлива, почти половина смертей приходится на транспорт. В ООН загрязнение воздуха признано одной из основных угроз здоровью человека и планеты. Согласно оценкам организации, в 2019 году оно стало причиной преждевременной смерти более 4 миллионов человек во всем мире. Искусственный интеллект не представляет угрозы существованию человечества, так считает президент компании Microsoft Брэд Смит. В интервью Euronews глава американского технологического гиганта сказал, что несмотря на отсутствие этого экзистенциального риска, люди должны установить меры предосторожности в отношении ИИ и влиять на него. We need safety breaks that will ensure that AI remains under human control. We can do that, and this is the right time to come together and figure out how to do it. We should have it at multiple layers so that we're always keeping this technology under control. I think if we do that well, we'll recognize that this is not an existential risk. В главных учреждениях Евросоюза идет согласование текста с набором правил, который призван стать первым в истории законом, регулирующим искусственный интеллект. По словам Брэда Смита, содержание этого документа произвело большое впечатление на специалистов его компании. Президент Microsoft призывает к объединению усилий разработчиков программного обеспечения и властей по обе стороны Атлантического океана для более эффективного управления нейронными сетями. It is realistic and in fact necessary to pursue a pretty broad level of international coordination on the regulation of AI. I often think about AI and compare it to something like a commercial aircraft. We need a world where we can get on the same plane, fly across a border and get off it. It's not like the plane can change in midair. And so governments came together early on, in fact, in 1944,
to create an international organization to regulate in part the safety standards for airplanes. AI is going to be similar. We need governments to come together. Брюссель хочет, чтобы предложенный им закон об искусственном интеллекте был одобрен и применен к концу года, и тогда Евросоюз станет мировым лидером в управлении ИИ. Мадонну выписали из нью-йоркской больницы. Она чувствует себя хорошо, пишут американские СМИ, ссылаясь на источник из близкого окружения певицы. В настоящее время она отдыхает и восстанавливается в одном из своих многочисленных домов, уточняет источник. 64-летняя поп-звезда провела в реанимации несколько дней из-за серьезной бактериальной инфекции. Болезнь вынудила ее отложить мировое турне, посвященное 40-летию музыкальной карьеры. Первый концерт должен был состояться в Ванкувере 15 июля. Главный тренер французского футбольного клуба Пари Сен-Жермен Кристоф Галтье задержан на 24 часа в Ницце в рамках расследования дела о дискриминации по признаку предполагаемой расы или религиозной принадлежности. Задержан также его сын. По данным французских СМИ, на посту главы клуба Ниццы из первой лиги он отправил бывшему директору письмо, в котором указал на недопустимость нахождения в команде большого количества чернокожих и мусульман. Галтье все обвинения отвергает. Ему грозит тюремное заключение и штраф в размере 45 000 евро.